Привет, мой друг, я тебе рад. Смотри вокруг, столько ждет чудес. О них узнать настала пора, и руку я протяну тебе. Я очень рад, мой добрый друг. Привет, привет, снова говорю. Доброе утро! И нас никто не разлучит. Пройдем мы вместе целый мир. Мой важный гость, почаще приходи. Так много приключений. Котик и панда. Арбузные семечки. Ты что, не выплевываешь семечки? Семечки? Я их глотаю. А ты не боишься, что в твоем животе вырастет арбуз? Арбуз в животе? Это невозможно! Да, ты прав. Такого не бывает. Чтоб арбуз рос в животе? Такого не бывает. Как это может быть? О, какой я сытый! Мой живот растет! Мой живот! Я не могу пошевелиться! Не могу пошевелиться! Я не могу пошевелиться! Смотрите! Смотрите! Так это был сон. Но с моим животом что-то не так. Мой живот. Не может быть! Он стал больше на 5 сантиметров? Я что, превращаюсь в арбуз? Ты дома? Охо, как ты себя чувствуешь? Ты очень плохо выглядишь. Просто... Охо, что случилось? Что с тобой? Я превращаюсь в арбуз. Что-что? Ты был прав. Я съел арбузные семечки и теперь сам стану арбузом. Ты что? Чем тебе помочь? Я уже не буду столь красивым, как сейчас. Это так грустно. Кротик, когда я стану арбузом, я останусь твоим лучшим другом. Конечно, ты мой лучший друг навсегда. И не важно, кто ты. Значит, мы будем ходить на пикники, играть и читать друг другу рассказы. Пожалуйста, позаботься о моем бамбуковом лесе и цветах, что мы посадили. Ого, как ты себя сейчас чувствуешь? Мне везде как-то плохо. Кротик, арбузам нужно солнце. Придумай, как сделать больше солнца, вдруг поможет. Да-да, ты прав. Вот здесь много солнца. Ого! До того, как стать арбузом, я хочу съесть бамбуковое мороженое. Понял, я сейчас... Кротик, пожалуйста, быстрее! Да! Арбуз Хо-Хо.
Какой ты симпатичный! Ты самый замечательный арбуз, который я видел в жизни. Болит живот! Нет! Я превращаюсь в арбуз! Мне нужно в туалет! А вот и я. Какой же ты симпатичный! Ты самый красивый арбуз, который я когда-либо видел в жизни! Не бойся, кем бы ты ни был, ты мой лучший друг навсегда! Хо-хо, если ты будешь ждать, то мороженое растает. А бутерброд хочешь? Ну, хо-хо, откуси мороженое. С чего бы кроту вкусное разговаривать с арбузом? А? Хо-хо! Хоть ты и арбуз, но с горки кататься опасно. Скатимся в другой раз. Видимо, это необычный арбуз. Какой прекрасный закат, правда, Хо-хо? Какое красивое звездное небо. Смотри, Хо-хо, светлячки. Наверное, он очень вкусный. Дверь открывалась наружу. Кротик! 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 А теперь время почитать. Какую книжку будем читать? Как головастики маму искали? Принц Арбуз и принцесса Лягушка? Этот арбуз и впрямь необычный. Хо-хо, вот это тебе понравится. Лис, как ты вошел сюда? Арбуз выглядит аппетитно. Я хочу его отведать. Нет, положи арбуз. Не будь таким жадным, это же просто арбуз. Это не просто арбуз, это Хо-хо! Твоя шутка весьма изящна. Отдай мне арбуз! Руки прочь! Руки прочь! Хо-хо! Мне очень жаль, я не специально, но это же просто арбуз. Хо-хо! 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 Неужели я... Попробуем его склеить?
Хо-хо. Прости меня, Хо-хо. Прощай, мой лучший друг. А чем это вы заняты? Хо-хо, это правда ты, Хо-хо? Как здорово! Вот вы странные. Пока, мистер Лис. Кротик, я не превращусь в арбуз. Почему? Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году. Вместе с тобою чудо откроем, будем встречать закат. За руку будем мы с тобой шагать. Вместе по лесу, вместе по полю, там, где мечты кружат.